Итак, всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. Я наконец-таки пробрался в бункер Коваку. Хотя, ну как сказать, наконец-таки мне понадобилось для этого выполнить всего лишь одно задание небольшое, сделать одну небольшую вылазку в город. И в предыдущем видео я вот здесь оказался в бункере, но продолжить знакомство с бункером и Коваком я вот решил в следующем видео, то есть в этом. Итак, начнем, вернее, продолжим. Так, вот такой вот бункер. Есть такая вот зона, похоже что-то на зону отдыха, что-то можно поднять. Алюминиевые банки, давайте возьму. Так, алюминиевые банки. Есть ли тут алюминиевые огурцы? Не будут. Так, ну достаточно-таки обширное помещение, это такой бункер. Все это место, конечно, можно было хорошенько использовать. Пока я здесь вижу, есть вроде какой-то хлам. Ну, давайте так чуть-чуть пробегусь, чтобы немножко оценить масштабы. Есть какое-то оборудование, какие-то шкафы, какие-то устройства. Хорошо, есть ничего себе, даже тупик. Интересно, куда выходит система канализации. Ну, то есть ли она вообще. Ух ты, даже есть такой, получается, флора. Искусственное озеленение, так сказать. Комната, зеленая комната, так сказать, если по-простому. То есть она нужна в основном для поддержания кислорода нормально, достаточного уровня, ну, возможно, очистки воздуха. Ну и вообще иногда для расслабления тоже можно прийти, постоять, посидеть, посмотреть. Поскольку, как я понял, в последнее время Ковак сидит здесь и на улицу, в общем-то, не выходит. Так, ну здесь, вот могу поднять большой кусок дерева. Отлично, у меня их вроде бы уже 4. А, еще палка вроде бы, да? Ну, палок у меня хватает. Так, все, осмотрел, в общем-то, основу. И здесь стоит ковок. Давайте еще посмотрю. Здесь вот есть ли что-то. Так, здесь вот есть небольшое помещение какое-то. Говорить, ну пока не буду. А, еще и ниже, глубже куда-то есть. Да, круто, катакомбы. Мне, кстати, вот сейчас немножко даже Fallout 1, 2 напоминает. Круто тоже там было поначалу по бункерам этим шастать, по убежищам. Так. И здесь вот еще есть какая-то комнатка, более такая опрятная, так скажем. Здесь какой-то переговорный центр, что ли. Алюминиевые банки возьму. Думаю, пригодится. Бутылка воды, отлично, тоже пригодится. С водой, как я вижу здесь, могут возникнуть проблемы, но у меня уже вроде бы две бутылки должны быть. Так, я, кстати, не увидела это, что за комната. А, вот здесь можно в нее зайти. Здесь тоже что-то лежит. Так, свинцовый патрон, ничего себе. И мачете. Отлично. Мачете сейчас возьму и буду... Секундочку. Где моя мачете? Две палки. Так, сейчас. Так, мачете, как мне взять мачете? Где это вообще? Где эта рубка? Так. Секундочку, как поставить? А, ну вот все, перетянул, отлично. А, стойте, по урону. Урон секунду, 118. 49. Стоп, палка тоже? А, не, стоп. Секунду. А, мачете. Ну, в общем, заметно круче, потому что палка вроде бы обычная тоже не может столько урона наносить. Да, 49 очень крутой мачете, очень намного больше урон. То есть на более сложных уровнях я смогу играть. Круто. Ну, плюс за это, соответственно, опыт больше, к чему я и стремлюсь. Так. Стальные пружины возьму, несомненно, все пригодится. Нейлоновая струна тоже пригодится обязательно. Так, все, здесь вроде бы взял. Ну, давайте теперь обращусь к Коваку, что он мне расскажет, что покажет. Стоп, секунду, что за зеленый экран? Стоп, он здесь что-то снимает, какие-то видео, круто. А, свои эти видео снимает, которые видео... Наконец-то мы можем познакомиться лично. Добро пожаловать, выживший. Так, обустройство. Мне нужно как-то ему помочь с обустройством. Большой кусок дерева, 5 штук, 5 лоскутов ткани, 3 плетеная веревка. Насколько я знаю, у меня есть, наверное, максимум только... А, вот это.
Вот этих два пункта я выполнил, а плетеной веревки у меня, наверное, только одна. I've already told you how dangerous it is if you don't drink or eat when you're in hostile. Я вам уже говорил, насколько это опасно. Не пить и не есть, когда вы находитесь во враждебном окружении. Однако есть еще кое-что не менее опасно. Это негативные мысли и отсутствие планов. Согласен. Когда не знаешь, что делать, да, это хуже всего, или к чему стремиться. И чтобы с этим бороться, оставаться в трезвом уме и к тому же иметь возможность улучшить экипировку, вам нужен лагерь. И любой лагерь, настольный, называется лагерем, начинается с сундука, даже самый дрянной, где вы не сможете хранить все то, что найдете. Да, сундук нужно сделать. Позвольте же мне вам рассказать, как соорудить ваш собственный сундук. Вам понадобится древесина, веревка и ткань. Бревна и немного ткани вы сможете найти в лесу, а вот с веревками напряженка, согласен. Могу вам посоветовать поискать их на болотах. Там они всегда есть. Пока один старый дурак не пришел и не забрал все до вас. Иногда он ходит по болотам, когда не дергается, когда не дерется со своим братом. Но это уже не важно, найдите достаточно ресурсов, чтобы сделать себе сундук. Когда вы вернетесь, мы сможем начать его строить. Я хотел сказать, там, снаружи, а не в моем бункере. Не обижайтесь, но это может нарушить ваше повторение интерьера. И последнее, перед тем, как вы уйдете, если вы еще это не сделали, загляните ко мне на склад. Там вы сможете найти что-нибудь еще, сможете сделать себе оружие, которое вам наверняка пригодится. Удачи, выжившие! Так, на склад вернуть. Уровень. Так. Любой лагерь, достойный называться лагерем, начинается с сундука. Сейчас цель сундук сделать. 5 дерева, лоскут ткани, все это у меня есть, только плетеная веревка. Ну давайте сгоняю, почему бы и нет. Так, на каком уровне сложности я смогу это сделать? Всего 6, да? Ну давайте на четверке. На четверке вроде неплохо у меня получается. Погнали. Так, болоты. Мне нужно отправиться на болото. Ух, ничего себе, где я? Секунду. Я где-то здесь. Так, я на болотах. И сейчас мне нужно найти мужичка, который здесь позабирал, позахапал все веревки. По воде я смогу ходить? Нет, здесь не могу спуститься. Такой проливной дождь. Я с мачете. Всего лишь в майке, шортиках. Как бы достаточно такие легко можно и простудиться. Хотя если бегать, если тепло, если температура не падает, то не простудишься. Так, в домике я этот поднимусь, но давайте пока соберу то, что есть рядом. Это ежевика, круто. Ух ты! Чуть не пропустил. Ну-ка, как быстро я его убью. С трех ударов, достаточно-таки нормально, быстро убил. Так, где там кто махает? Так, здесь в доме все эти... Блин, задел его. Так, секунду. Раз они уже спускаются, тогда начну. Так, это взял, ну раз. Так, секунду. Так, раз. А, вот веревка, кстати. Две уже. Давайте посмотрю, сколько штук у меня их всего уже. Так, где мое оружие? Патроны, снаряжение. Вот, мастерская. Что у меня есть уже? Рецепты. Маленький бинт. Укрепленная бейсбольная бита, кстати, мог сделать. Глушитель. Ничего себе. Секундочку. Так, маленький бинт. Укрепленная бейсбольная бита. Глушитель. Что за фигня? А где мой сундук? Что нужно для сундука? Ну, в плане того, что я немножко не вижу, сколько я всего уже собрал. Провизия, есть чуть-чуть что поесть, отлично. Так, ремень, коробка, это бортовой журнал, то есть описание всего и вся, что есть. Основная информация, так, прокачка, отлично, увеличит урон. Так, и давайте-ка я повышу уровень. А, уровень лагеря сначала нужно повысить, ну ничего страшного. Хорошо, давайте. Ну, вроде бы, как я помню, у меня вроде бы только две веревки сейчас. Еще нужно третью, наверное, найти. Лоскут ткани, пускай пригодится. Я же хочу свою палатку открыть в городе. Как-никак рядом город. У меня много ткани. Сейчас найду пару женщин каких-то. Будут мне тут шить какую-либо одежду. Ну, и буду продавать, поскольку у нас здесь такая бедственная ситуация. Небось, с одеждой будет
напряженная ситуация. Так, ну все, в домике все обыскал. Кстати, красивое место и хороший домик на берегу. Приятно сидеть. Ну, лишь бы комары, правда, здесь не водились, а то вечером даже чувствую не посидеть. Так, лекарственное растение все взял. Что еще здесь есть? Давайте-ка пробегусь. Вроде бы все. Ну, деревья очень высоченные. Я бы сказал, что мы где-то... Где? Высоченные, но... Так, ладно, давайте пойду дальше. А, дополнительная задача — убить одного оленя, кстати, мне нужно. Найти большой кусок дерева, 5 штук. Странно, вроде бы у меня они уже были. Плетеная веревка, 1 из 3. Так, это что за паренек? Все, порезал, пописал. Так, у него с собой ничего не было. Так, я где? Все понятно. Вот еще ребята. Один быстрый появился. Круто, с помощью мачете я его вообще просто разношу в хлам. 3 удара. Блин. В следующий раз сделаю обязательно добивание, поскольку новое оружие. Хочу посмотреть, как оно будет добивание выглядеть с ним. Ух, ничего себе. Но я бегаю быстрее. Получается. Ну, красиво. С мачете появился новый звук такой приятный, разрезающий плоть. Ну, неприятный, можно сказать, но такие интересные, если так сказать, в условиях игры. Такой даже похож на... Как будто топаешь по грязи. Ну да, он разрезает как бы эту плоть, получается. Так, лоскут ткани. Сколько я их уже достал? О! Засмотрелся на задание и чуть-чуть проворонил один удар. Так, здесь все, здесь тупик, можно сказать. Что здесь? Большой кусок дерева взял, отлично. Сколько у меня их? Только что взял, все равно 1 из 5 показывает. Да что за фигня, я же только что взял. Я же был 1 из 5. А стоп, здесь еще что-то светится. Или мне показалось? Наверное, показалось, получается. Так, вот еще сумасшедший. Так. Что-то, монеты какие-то, лоскут ткани. Интересно, монеты мне понадобятся. Так, лоскут ткани. Ткани у меня предостаточно. Вот, кстати, еще кусок дерева лежит. Сейчас посмотрим, хоть прибавится оно. Да, прибавилось. 2 из 5. 3 из 5. Так, это растение какое-то. Чтобы веревку найти, нужно будет обязательно обследовать вот эти дома. Потому что веревка обычно там находится. Так, ну я, в общем-то, даже уже могу сделать какое-то оружие, скрафтить. Прикольно, не сбрасывается. Интересно. Это, кстати, естественно так сделано, потому что все зомби не знают, что... Ну, то есть не то, чтобы не знают. У них цель — добраться до цели и любыми способами, не только через дверь. Прикольно, когда они выкидываются из окон. Так. Что здесь в округе? Может быть, что-нибудь есть? Что тут по карте? Можно вокруг дома оббежать. Так, растенница есть. Ежевика. Это хорошо. Это из... Ух! Посек. Лоскут ткани. Ух! Красиво, так прикольно. Вроде бы даже чуть-чуть ощущения такого от мачете изменились. От удара мачете. Так, еще кусок дерева. 4 из 5 уже взял. Лоскут ткани. Лекарственная растенница. Еще кусок дерева. Все, 5 из 5. Я думаю, в принципе, больше не нужно. Ну ладно, еще возьму, раз он тут рядом. Но в домик этот, конечно же, зайти, потому что в нем обязательно будет веревка, мне так кажется. Так. Веревка, грибы. Грибы зеленые, мухоморы. Ну, возьмем, может пригодятся. Должны пригодиться, скорее всего. Так, войти. Давайте я войду. Там кто-то будет, да? Нет, пока никого не видно. Да, веревка есть. 2 из 3. Ну, фактически мне еще 1 веревку найти, и задание я почти выполнил.
банка газировки возьму. Она, наверное, будет использоваться как вода. Нейлоновая струна обязательно возьму. Банка горошка возьму обязательно. Так, закрыть дверь. Ну, я думаю, здесь не обязательно ее закрывать. Так, то, что я хожу фактически за убитого, вроде бы ничего не дают. Дают, насколько я понял, опыт не за количество убитых зомби, а за уровень сложности. То есть самое главное пройти задание, но побольше уровень сложности выбрать, который мне все-таки, наверное, следовало взять 6-й. Ну да ладно. Попробую, посмотрим, что будет. Так, опять не успел добить. Что у меня здесь по карте? Так, мне еще одну веревку нужно найти, и будет вообще очень круто. Так, лоскут ткани. Не, конечно, прикольно побегать по селитру, даже ничего себе. То есть на такой каменистой почве можно селитру найти. Ну, интересно будет, что можно будет создать, какие предметы, какие вообще вспомогательные средства, так скажем. Интересно, круто, вижу такое обтекание на этих торсах зомби. Видно такая мокрая на них одежда и все. Да, вот этого пухленького, ну я не знаю, стоит ли его вообще задевать. А давайте, в общем-то. А, их тут даже двое, ничего себе, это нехорошо, конечно. Так, пускай сначала один сагрится, чуть-чуть, я... Вот он тоже так блестит от попадания воды. Неплохо смотрится, конечно. С графоном поработали. Да, все-таки не удалось мне отбежать. Тут же нету ни... Так, стоп. Что я полечился? Еще разок. Так, 41. Мне уже сигнализируют датчики, так сказать, о том, что скоро мне нужно будет попить и поесть. Так, монеты. Вот еще ребята какие-то. Ну, как я еще раз говорю, смысла их убивать вообще почти нету. В плане того, что только добраться до нужных предметов. Ну, отчасти это и хорошо. То есть здесь нету какого-то закликивания. Чем больше убьешь зомби, тем больше опыта получишь. Нет, здесь опыт именно за сложность. Именно получаешь за какие-то трудности реальные. То есть их может быть зомби ограниченное количество, но в то же время они могут быть разного уровня сложности. Или еще какие-то будут сложности. Так, где еще веревка? Вот, кстати, какая-то... Давайте посмотрим, что здесь будет. Так, лоскут ткани. В общем, пригодится. Все пригодится. Так, вот я оказался посреди болота. Так, все как-то мне не удается добить. Вот сейчас этого попробую добить. Сделать добивание крутое. Даже задержался и не появилась, знаю, эта буква добивания, поэтому не удалось. Ну ладно, в следующий раз. Так, что у меня там по исследованию местности? Кстати, есть какой-то восклицательный знак, и я странно, что его не заметил. Ну давайте пройдусь к нему. Так, он чуть повыше находится. А, оленя мне нужно убить. Возможно, это как-то связано с моим оленем. Так, вот, говорит о том, что чуть повыше. А, да, это вот то, что я видел, то, что здесь что-то светилось. Но мне не удалось это взять. Может, что-то прорубать нужно? Да нет, вроде бы. А, все, понял, здесь вот зайти, наверное, нужно. Да, здесь просто заходишь. Или нет? Нет, не совсем. А что такое тогда? Дайте-ка я взгляну на карту. Странно, а как тогда, что тогда? То есть здесь есть какой-то значок. Но что-то не могу понять, что здесь делать. Странно. Вроде бы вот прямо вот здесь вот что-то есть. Но никак добраться что-то не могу. Так, ладно, хорошо, возможно, еще вернусь, пойду пока дальше. Мне нужно найти мою веревку.
и сделать таки свой первый сундук для того, чтобы слаживать туда разные вещи. Так, где-то что-то, какие-то звуки слишком страшные я слышу. 29 с едой, я, наверное, уже перекушу. Сейчас так вот солонину съем. Что еще съем? Шоколад нет. Попить тоже сейчас попью, в общем-то. Ежевики еще съем. А, ежевика, кстати, тоже добавила жидкости. 43 с едой. С едой слабовато. Давайте еще тогда банка газировки, банка горошка съем. Все, больше половины. Я, в общем-то, пока сыт, теоретически. Так, ну обычно... А, браслет. Так, где я? Это что такое? Большой кусок дерева. В общем-то, хватает у меня уже дерева. Но давайте возьму. Пока есть место в рюкзаке, почему бы и не взять. Так, лекарственное растение. Так. Что это? 5 плитка шоколада. Ну, шоколад, я чувствую, он дает к поворотливости, прыткости. В общем, энергию дает. Так, секунду, сейчас я съем еще что-нибудь, потому что... Ой, не что-нибудь, я полечусь. А то чувствую, что меня прижимает урон, нанесенный мне. Оленя, оленя нужно убить, обязательно выполнить дополнительное задание. Но этих ребят, в общем-то, можно и не трогать, как я понял. А вот веревка, кстати. Все, нашел веревку. Но еще убить оленя. Так, давайте посмотрю, где мне оленя здесь поискать. Ну, просто так здесь нету смысла особо бегать, потому что только крошить. Ну, мне было бы прикольно поубивать бы зомби, если бы новое оружие какое-то появилось. Мачете уже, в общем-то, стало обыденным. Так, лоскут ткани. Нужно убить оленя. Где-то его найти, где его найти? Так, я так замедляюсь, если по болоту иду. Достаточно таки прикольно. Так. Где же мне найти этого оленя? Убить оленя. Вот какое-то крупное, крутое дерево. Такое классное. Так, убить оленя. Пока не могу. Вроде бы теоретически и все. Но в то же время без оленя никуда. Ну, в смысле, не то чтобы никуда, но хотелось бы. Хотелось бы добить. Потому что это, наверное, даст кусочек опыта, так сказать, дополнительного. Так, здесь я был, сюда нету смысла идти. Давайте сейчас попробую найти оленя этого. Причем олени, как в первой части, они были и зараженными тоже, насколько я помню, животные были зараженными. То есть их тоже приходилось убивать. Так, еще что интересно, узнал по первой части, вот сегодня только узнал, что... Первая часть, то есть все точно такой же изометрический вид сверху, но в то же время первую часть выпускали и от третьего лица, то есть не сверху, ну как принято там, как знаете, какой-нибудь там Splinter Cell или Max Payne или Resident Evil, то есть вид не сверху, а получается сзади, то есть круто, интересно, я просто не думал, что эту игру взяли и еще сделали от другого вида, ну то есть подправили. Достаточно таки необычно, хочется попробовать. То есть насколько изменился игровой процесс. Потому что, ну, говорят, что ощутимо. Так. Где я сейчас? Ну, еще есть кусок, куда я не ходил. Потому что оленя так еще не нашел. Маловероятно, что он будет именно в воде, в болоте. Он будет где-то, где-то в лесу. Так, хорошо. Еще подзачистил ребят кое-каких. Вот еще какой-то домик. Лекарственное растение. Кстати, заодно полечусь. Так, но оленя никакого, к сожалению, пока не вижу. Как это вообще? Где найти оленя, даже и не знаю. Так. Давайте, что здесь лежит? Лоскут ткани, давайте этого добью. Так, нужно посмотреть, где еще не был, потому что, ну, вообще как-то это все странное это дело.
Я думал, этих оленей тут может быть штук 5 будет. Единственное, что сложность небольшая будет в их убийстве. Так нет, их еще нужно найти. Так, там какой-то закрылся паренек. А этот не взорвется именно там? Я хотел бы, чтобы он там взорвался. Оу, ничего себе. Вот это мне насовали. Сколько? 7-6 лекарственных. Так, полечился. Так, эти ребята застряли. Где я еще не был? Давайте схожу сюда. Ну, можно в дом этот сходить, но я не думаю. Воу-воу-воу-воу. Блин, так и не удалось хоть как-то не получить от него урон. Ну, кстати, этого тоже, что ли, убило? От взрыва. Прикольно. Прикольно. Так, что здесь есть? Еще есть веревка, возьму на всякий случай. Я думаю, пригодится. А мне кажется, что она нужна не только для... А, еще, кстати, одна веревка. Ну, веревок я уже набрал. Это отлично. Так, это все ткань. В общем-то, здесь апельсиновый сок, кстати, оказался. Консервированная солонина, еда. Ну, дома в любом случае нужно обследовать, потому что все-таки нужна будет еда рано или поздно, которая мне пригодится. Так, давайте еще забегу в одно место, которое, мне кажется, я не был в котором, потому что, ну, оленя так и не нашел. Что за фигня? Хотелось бы, конечно, продвигаться уже дальше. Какие-то более интересные задания, какие-то более интересные места. Вот здесь я не был. И думаю, где-то здесь олень и будет. Как мне кажется. Так. Опять я при смерти что-то. 3 всего лишь лекарственных растений. Это нехорошо. Селитра, скорее всего, да. Да, вот пока бегал, искал оленя, растерял лекарственных растений очень много. Поэтому пока не знаю, есть ли смысл мне дальше бегать, искать этого оленя. Как бы уровень сложности не такой же простой выбрал, а потерять все лекарственные растения тоже как-то не очень правильно. Ну, не знаю, вроде бы все оббегал, никакого оленя не нашел. Ну что, я буду бегать как сумасшедший, искать этого оленя. И в следующий раз добью. Фиг с ним, все, перехожу к Коваку. Так. Что дальше? Что дальше? А, ну я останусь на поверхности. Он же сказал, делай что хочешь, но только не у меня. Ну хотя давайте спросим. Потрясающе, ваша древесина слегка прогнила, ваши веревки поистрепались, но с моей помощью мы все-таки сможем соорудить что-нибудь. Я вам все объясню, вот только поднимемся на поверхность. Это не займет много времени. Как только закончите с сундуком, приходите ко мне, у меня будет для вас новое задание. Так, я, наверное, немножко бы уменьшил, думаю, звук, потому что звук голоса, потому что я чувствую... То, что я зачитываю, немножко перебивается с его произношением, с Ковака. Мы сможем продолжить, когда у вас будет новый сундук, если вы все хорошо усвоили. Конечно, все хорошо. Жизнь на ферме, обустройство. Жизнь на ферме, требуется постройка сундука. А, все, к нему пока не иду, а иду на поверхности, строю свой сундук. Ну, давайте. Он же сказал делать так. Давайте попробую. И потом сразу чуть-чуть к нему за следующим заданием. Так, подняться. Блин, а что там на этап было? Эй, выживший, ты собрал достаточно ресурсов, чтобы соорудить первую постройку. Чтобы это сделать, открой окно «Ремесло» во вкладке лагеря. Легко. Строение, которое вы можете поставить, находится в инвентаре вашего лагеря, в который вы можете зайти через C. Выберите «Зайд», чтобы начать строительство. Легко. Так, ну давайте сначала опыт немножко прокачаю все это дело. Так, добро пожаловать в ваш лагерь. Хорошо, мастерская. Нет, мне нужно... А, вот мой сундук. Дерево, древесины хватает, веревки хватает, ткани хватает. Построить, да, получается? Оп, сделал, получается, да? Результаты. Один сундук есть. Хорошо, а если я сейчас выйду... Войти в бункер. Уровень лагеря повышен. Хорошо, я сделал сундук.
Апельсиновый сок, бутылка воды, ежевика, банка газировки, фонарик. Стоп. Ну, я, допустим, скрафтил сундук. А, стоп. Я тут внизу, если вы, конечно, хотите ко мне присоединиться. Нет, это уже понятно. Так, первый выход в город. Нет, подождите секунду. Я скрафтил сундук, но что-то не вижу его. Так, мастерская, скрафтил сундук. Что-то я не могу понять. 100% его скрафтил, но... Да, рецепты есть. Ну, все правильно, защита, деревянная вышка, ловушки, рецепты, производить, инвентарь. А, ну вот он мой сундук, наверное, получился. А, все, вот он мой сундучелло получается, наверное, да? ВСД переместить, куда я его поставлю? А, свой лагерь. Так, хорошо, вот он мой сундучок. Давайте, давайте, ну, куда-нибудь... Так, ну что мне меститься? Давайте где-нибудь рядом. А, ну в любом случае нужно рядом где-то строить. Ну давайте вот здесь и построю, что мне. Вот посерединке, чтобы место было. QE повернуть. Ну-ка давайте его разверну. Как он вообще выглядит? Палатка такая есть прикольная. Ну что, вот так вот нормально. Вот так вот. Вот так нормально. F разместить. Оп, все, разместил. Отлично. Лагерные постройки могут быть улучшены с помощью разных материалов, что делает их более устойчивыми и открывает новые рецепты. Однако, чем больше у вас построек улучшений, тем они заметнее, поэтому могут привлечь к вашему лагерю толпы мертвецов. Круто. Так, ну все, в общем-то, наверное, в этом видео все. Я выполнил свое задание, я создал постройку лагерную свою и уже сундук здесь. Круто, могу что-то слаживать, есть свой костер. Буду все это улучшать и дополнять, но уже в следующем видео. Поэтому, если вам понравилось, то продолжайте смотреть. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, потому что там часто может быть что-то интересное. Постоянно что-то там выкладываю. На этом пока все. С вами был Алекс и сайт rempc.by. Спасибо за внимание.